Добрый вечер всем зрителям, добрый вечер всем любителям театра. Сегодня в трансляции из Пермского театра оперы и балета опера «Пена дней» Эдисона Денисова. Я Андрей Платонов, ведущий трансляции, и прежде всего я благодарю вас, зрителей наших трансляций, особенно тех, кто осуществляет пожертвования на сайте театра. Мы выходим в эфир благодаря вам. Если вы хотите поддержать театр, под трансляцией находится ссылка на способ это сделать. В сегодняшней трансляции уникальное явление. Благодаря архивной записи рассказ об опере «Пена дней» вы услышите из уст самого композитора Эдисона Васильевича Денисова. Оперу «Пена дней» я закончил в июне 81 года и писал я ее долго. Общая работа над оперой заняла около 12 лет, а партитуру я писал 4,5 года. Эта опера мне никем не была заказана. Просто как-то вот я случайно наткнулся на его роман «Пена дней». И первое же впечатление у меня от прочтения этого романа было, что я обязан написать оперу на этот сюжет. Меня поразила глубокая музыкальность текста Бориса Виана. Я еще тогда не знал, что он, помимо того, что он был очень хорошим писателем, что это был человек, обладавший и музыкальной одаренностью. Меня поразила сразу же удивительная музыкальность его речи. Я начал медленно выстраивать драматургию этой оперы. И я думаю, что здесь мне помогло очень долгое, мое многолетнее и для меня очень дорогое сотрудничество с театром на Таганке и с Юрием Петровичем Любимовым. Роман «Пена дней» Борис Виан написал очень рано. Ему было всего 26 лет. И это роман о любви. В нем много очень аллюзий, пересечений. И, в общем, он затрагивает здесь вот ту же вечную тему, которая затронута была и Шекспиром в «Ромео и Джульетте». Потому что двое главных героев моей оперы, Кален и Хлоя, они также молоды и также чисты душой, как Ромео и Джульетта. И их любовь кончается тоже трагично. В романе Виана очень много аллюзий, пересечений. И этот роман, в общем, удивителен какой-то по своей... с одной стороны, где-то он связан и локально с Парижем, и с нашим временем. Но, тем не менее, это роман, который имеет какие-то далеко идущие нити в самые разные века. Хлоя, ее имя, то же имя, что у Хлои, в «Дафнисе Хлои». Есть кое-какие аллюзии здесь из истории Тристана и Изольды. Я это усилил. У Виана больная Хлоя просит Калена почитать ей прекрасную историю любви. И я здесь в финале второго акта сделал, что Кален читает истории смерти Изольды. Я кое-что изменил в своей трактовке некоторых персонажей романа Виана. Часть персонажей я выбросил, как не имеющих значения для основной истории, основной линии. Это любовь Калена и Хлои. Другие персонажи, как, например, Жан Соль Партер, он не появляется у меня на сцене, о нем только говорят. Это один из символов того страшного, странного и непонятного Калена и Хлои, мира сюрреалистического, который их окружает и который, в конце концов, их убивает. Кроме того, у меня несколько другая концепция финала оперы по сравнению с романом. Он кончается так же, как роман. Вот, идет история кота и мыши, и кончается он, как и роман, моя опера, песней 11 слепых девочек. Но у Виана во второй половине романа, особенно в финале, довольно явно прочерчиваются некоторые
атеистические тенденции. Я их все убрал, и у меня, в общем, опера по сравнению с романом Виана, особенно это сочинение, имеющее в этом отношении совсем другую концепцию. Это сочинение, я думаю, считаю так, что это сочинение в чем-то глубоко религиозное. И образ Христа у меня в опере, в финале оперы, он иной, чем в романе Виана. Здесь все тексты, которые я брал в этой опере, они принадлежат самому Виану. Кроме того, большую роль очень играет музыка Дюка Эллингтона. Виан сам был хорошим джазистом, и здесь, в общем, музыка Дюка Эллингтона – это, в общем, можно сказать, в каком-то смысле один из персонажей оперы. У меня нет такого широкого цитирования. Цитат практически Эллингтона здесь почти нет. Есть краткие фрагменты, три фрагмента музыки Эллингтона, сильно переработанные и часто по-иному даже гармонизованные, чем у самого Эллингтона. Но здесь Эллингтон, о нем все время говорят, он живет, и даже Хлоя сама связана здесь с музыкой где-то Эллингтона. Потому что здесь вот есть такая линия джазовой музыки, эта музыка вся написана мной, но она связана где-то в своих истоках мелодических с музыкой Дюка Эллингтона, о котором говорят. Первая картина оперы «У колена». Колен у зеркала, вместе с ним в комнате мышь, друг дома. Он ждет своего друга-инженера Шика и советуется с поваром Николаем, какой ужин ему сегодня приготовить. Приходит Шик, Колен объясняет ему устройство своего пиано-коктейля, фортепиано, которое способно изготовлять коктейли. Шик садится и играет импровизацию на тему песни Дюка Эллингтона «Одиночество». Рассказывает ему Шик о том, как он познакомился с племянницей Николая Алисой на конференции Жана Соля Партера и приглашает Колена пойти вместе с ними на каток. Вторая картина – «Каток Молитор». Приходит Колен, Шик, Алиса и их подруга Изис, а также Николай. Изис приглашает всех к себе на день рождения своей собаки. Третья картина у Изис. Вечеринка. На этой вечеринке Колен впервые знакомится с Хлоей и сразу понимает, что это та девушка, которую он ищет всю свою жизнь. Они договариваются о свидании. Финал первого акта, четвертая картина. Колен один, он ждет Хлою и очень волнуется, потому что он, это первое свидание с девушкой в жизни, он не знает, куда ее повести. Приходит Хлоя, и они решают пойти погулять в Булонский лес. Я вижу крыш на носу, но у тебя...
видя себя в зеркале, он должен исчезнуть. А в газетах кошмар и сплошь, убийство, насилие, грабеж. А полиция делает вид, что на поиски вора спешит. На барахолке честь продаются грош. Сейчас придет мой друг Шик. Я его пригласил, чтобы угостить обедом, что приготовил Николай, новый повар. Шик такой же, как я, но победней. Он должен через 8 дней ходить в министерство, чтобы дяде денег одолжить. Шик инженер. Жить на зарплату, чтобы держаться на уровне своей же рабочей. А очень трудно командовать людьми, которые лучше одеты и более сыты, чем ты сам. Ах, как жить было бы грустно. Может быть, в этом уверен. Что вы приготовили на закуску? Об этом идет речь на странице 638 поваренной книги Гуфе. Я сейчас прочитаю вам этот фрагмент. Вы должны помнить, как обычно для закуски паштет возьмите большого угля. Закуски на вешке не будут, погреться где-то. Разжигаем кастрюлю и залейте черный сок. Потом посолите и добавьте дольку чеснока. Как только сварится, доставайте угря из кастрюли и кладите его в противень. Бульон через тысячу, и добавьте эспаньоль. Ваш дух может быть такой густой, чтобы в нем стояла лужка. Положите угря в паштет, и шампиньона сделайте бордюр. А сверху украсьте букетом из игры арбуз. Остается, что залить той частью соуса, что вы вначале отложили. Надеюсь, Шик будет доволен. Отлично, Николай, уверен, Шику понравится. Он дело знает, он ученик Гуфе, известного бандита мне, журя.
шагу без знаменитого тренара. Ох, не знаешь меня, кроме Жана Соля Портро, ничего не читаю. Николай, я вам хочу представить моего друга Шика. Добрый день, месье. Добрый день, Николай. Нет ли у вас племянницы, которую зовут Алиса? Да, месье. Хорошенькая молодая девушка. Впрочем, если вы позволите мне вставить это заключение. У нее большое семейное сходство с вами, но в отношении бюста есть некоторые различия. У меня шире грудь. А у нее она более развита в перпендикулярном отношении. Впрочем, если вы позволите мне это уточнение. Вы мне не говорили, что у вас есть племянница, Николай. Моя сестра, месье, себя плохо повела. Она стала изучать философию. А это не то, чем можно похвастаться в семье, гордящейся своими традициями. Я думаю, что вы правы. Во всяком случае, я вас понимаю. Хочешь ты оперить? Мой пианофель уже готов. Если хочешь попробовать, он действует превосходно. Каков его принцип? Все дозы зависят от личности. 64-й соответствует 16-я объема, а четверти весь объем, целая нота дает, очень берёный объем. При медленной музыке, при медленной музыке, приходит в движение система регистров, изменяя мелодии темп. Ты можешь, если хочешь, и объем изменить, напитка даже на сотую долю, уменьшить его, чтобы получить напиток с учетом всех законов. Прекрасно, делаю я коктейль на одиночестве. Это будет забавно.
осталась в гармонии. Учитывает гармонию не всегда. Слишком сложно это было. Скажи, это Алиса, расскажи мне о ней. Мы встретились с ней на верфи Жан-Сольфартра. Мы оба лежали под кафедрой на животе. Вот так познакомился с ней. Я не мастер рассказывать, она красива. Но скажи, все-таки ты смог отлично познакомиться с ней. Вот так. Я спросил ее, любит ли она Жан-Сольфартра. И она мне ответила, что собирает его труды. А потом я сказал, я тоже. И каждый раз, когда я что-то говорил, она мне отвечала, я тоже. Потом под конец, только чтоб опыт поставить экзистенциалистки, я ей сказал, я вас очень люблю. Она мне ответила, опыт провалился, но все же она не ушла. Я ей сказал, мне туда. Она ответила, а мне нужно туда. Когда я сказал мне, боже, чем же все это кончилось? Эх, было время ложиться в постель. Мы на каток с ней завтра хотели пойти. Ты с нами пойдешь? Пойдут, возьму с собой Николая. Может, он придет с другой племянницей. Thank you.
математики в то время, как брат преуспел так блестяще в жизни. Ваш отец, профессор математики. Он преподает в колледже прав, он член института. Что-то в этом роде. Смотри, 38 лет, он бы мог сделать карьеру. Счастью, но ты, дядя Николай. Разве он не так? У него такой сил, эти мудро. И я знаю, эти речи на небо. И любовь прекрасна. О, Николай, 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 Николай. Нет, друзья, пахнет любовью, обжигает. Хотели быть так же сильно влюбленными.
Thank you.
не быть злой, куда вести? Быть может, повести ее в кафе, но там бывает уж очень противно. Там лишь дамы лет за 40 по 7 пирожных подряд поедают, изящно отстали мизинцы. Нам это не нужно. И не в кино, но я туда не пойду. На телячьих бегах будет страшно. И не в госпиталь в Сен-Луи запрещено. Где там притаились сатиры позади херувима, а на вокзале Сен-Лазар недавно ни тележи, ни поездов. Thank you.
Второе действие начинается с интермеццо. Колян бежит по улице, и они уже договорились с Хлоей пожениться, и он мечтает о том, какая прекрасная будет свадьба, как все друзья придут на эту свадьбу, и говорит о том, как сильно он любит Хлою. Следующая, пятая картина, это небольшое интермеццо перед свадьбой. Это единственная картина, где происходит два действия одновременно. Хлоя, Алиса и Изис одеваются к свадьбе, вместе с ними мышь, и параллельно с ними происходит сцена приготовления к свадьбе двух почетных пидорастов Кориолана и Пегаса. Это тоже одна из красок того деструктивного мира, который будет столь важен в финале оперы, в третьем действии. Вслед за этим звучит хор, это гимн любви, это сцена свадьбы Колена и Хлои. Шестая картина – свадебное путешествие. В машине едут Колен, Хлоя и повар Николай в качестве шофера. Они встречают очень странные вещи по дороге, каких-то людей, одетых в такие странные комбинезоны. Это, оказывается, хранитель телеграфных столбов. Потом какой-то странный свет заливает всю сцену. Хлоя говорит, это солнце. Николай говорит, нет, это медные рудники. Идет длинный разговор о работе, о том, как работа изнашивает человека, как она низводит человека до уровня машины. Следующая картина у Колена, седьмая картина. Это одна из основных сцен дуэтов. Колен и Хлоя лежат в постели. Колен просыпается, рассказывает ей странный сон, который он видел. А Хлоя жалуется на то, что она себя чувствует все хуже и хуже. У нее начинается какая-то странная болезнь. Они вызывают доктора и ждут его прихода. Входит Николай с мышкой на руках. Все происходит очень странно вокруг Колена и Хлои. Началось так хорошо, но постепенно стекла комнаты начинают темнеть, свет уже все хуже и хуже проникает в их комнату, и Николай вносит мышку, которая окровавила себе лапки, процарапывая стекла для того, чтобы свет вошел в комнату Колена и Хлои. Приходит доктор Манж-Манж, который ставит диагноз и прописывает Хлое лекарства. Восьмая картина – аптека. Колен рассказывает Шику о том, что у Хлои странная болезнь. У ней растет кувшинка в легком, и они ждут от аптекаря лекарства, которое может помочь избавиться от этой странной болезни и убить эту кувшинку. Пока единственное лекарство, которое помогает против кувшинки, это цветы. Хлоя должна быть вся окружена цветами. И Колен уже истратил почти все свои деньги, покупая цветы для Хлои, и он вынужден идти искать работы. Финал второго действия, девятая картина, опять сцена дуэт Колена и Хлои. Колен читает ей историю любви Тристана и Изольды. Хлоя рассказывает про свою болезнь, и в конце концов кончается второе действие тем, что она вспоминает свое письмо, которое она написала Колену из горного санатория. Этим кончается второе действие. Нужно тысяча лет, чтоб
любили тебя. И ты прижалась ко мне, положила свою голову мне на плечо, и я почувствовал нежный запах твоих волос. Задом. Не хочу загонять тебя под землю. Застегни мне лучше ширинку. Скажи мне лучше, чья свадьба сегодня? Чему этот пол? Он вполне симпатичен. У нее такая круглая грудь, что ее невозможно принять за мальчика. Я очень хочу потрогать ее грудь. А ты не хочешь этого? До чего ты дошел? Ты теперь стал порочнее всех других. Все кончится тем, что ты женишься на женщине.
простить меня должен. Было это? Я не знаю, но на ощупь я гадал 16 младшей и 18 старшей. Глаза шли. Ох, не ждал, когда вас будить, и я уснул вместе с ним. Телеграфный синий, о, отец, такой, как Бьезон, чтобы клять и попасть. О, его, будет не бойся, смотри, это солнце. Нет, это бедный кофе. Чтобы жить, и на работу у них не остается времени. А разве не наоборот? Нет, они работают для того, чтобы жить, вместо того, чтобы конструировать машины, позволяющие им жить, не работая. Это сложно. Нет, это очень просто. Теряется слишком много времени на изготовление вещей, которые изнашиваются. А тебе не кажется, что они предпочли бы быть дома, целоваться с женами, ходить в бассейны на развлечения? Нет, они об этом не думают. Но разве это их ошибка думать, что работа – это хорошо? Нет, это не их ошибка. Это потому, что им говорят, работа – это священно, это хорошо, это прекрасно, это превыше всего. И что лишь тот, кто работает, имеет право на все. Выходит, они глупы. Да, они глупы. Поговорим о чем-нибудь другом. Где деньги падают в море, а в
ночью за окном. И светом лампы воспоминания возвращаются из тьмы и сталкиваются на свету. Опустившись на дно, всплывают вновь белыми животами желательными спинами. Поцелуй меня, поцелуй меня, мне плохое лицо.
Добрый день! Добрый день, доктор! Физиологически черный цвет на желтом составляет максимальный контраст. К тому же он не утомляет зрение мира. Меньше риска быть сбитым случайно машиной. Разумеется. Вот здесь болен. Это хлор. Так называется песня. Ну, что случилось? Не понимаю. Как и я. Я могу вам в этом признаться. Но вы во всем разберетесь. Может быть. Сейчас мне нужно ее смотреть. Мой бог, причина моя болит иногда. Вам понятны причины? Нет. Я так и знал. Ведь у вас, конечно, с печенью все в порядке. У вас ведь жар, а? Я ничего не знаю. Я должен послушать вас, если вас не затруднит. Я вас прошу. Что это с ней, доктор? Опасно? Я слышу что-то в правом легком, но что это, я не пойму. Как будто два зверя дерутся в моей груди. Раздается очень странная музыка ее груди. Я надеюсь, что это. Но я не должен зря болтать. Я дам вам рецепт, и вы должны все строго выполнить. Конечно, доктор. Это лекарство, может быть, принесет ей. Я так признателен, доктор. А если не станет ей лучше, позвоните мне. Мы должны еще подумать о хирургическом вмешательстве, как вероятном. И потом, это сферическая комната. В ней есть что-то неприятное. Вы, наверное, ставили пластинки Эллингтона? Да. Попробуйте поставить слайд-пеппи. Может быть, комната примет свой прежний вид. Thank you.
Вот, теперь все готово. Приходите в 6 часов. Ваши лекарства будут готовы. Но мы очень спешим. Они нужны нам сейчас. Если вы можете подождать, я приготовлю все, что нужно. Я заставил вас ждать. Это не имеет значения. Вот ваши лекарства. Будьте осторожны, они очень сильные. Не превосходите дозу. По-вашему, против чего они? Они против многих болезней. Обычное растение не может им долго сопротивляться. До свидания. Теперь у меня есть лекарства. Если не расставаться, даже если не женюсь на ней, она говорит, что это безразлично. Она счастлива и так, ты знаешь, как я люблю ее. Она ведь тоже любит Картера. О, что сказать, не знаю. Дело твое, в конце концов, такова жизнь. Нет.
Изольда сказала, увы, Бог не хочет мою жизнь продлить, чтобы я могла хоть раз еще взглянуть. Я принесу тебе другие.
эти действия в военный завод. Колен приходит искать работу. Это очень странная работа. Человек для того, чтобы произвести оружие, должен посеять зерна оружия в землю и теплом своего тела его вырастить. Но Колен, который не может найти никакой другой работы, он вынужден согласиться на эту страшную и тяжелую работу. 11-я картина – это тоже сцена-дуэт, но сцена-дуэт уже Колена и Алисы. Хлоя лежит в постели, Колен сидит один около ее постели. Приходит Алиса в полном отчаянии, потому что Шик бросает ее, он не хочет жениться на ней, и он фактически уже помешался на коллекционировании книг и вещей Жана Соля Партера. Колен хочет поговорить с Шиком, но Алиса говорит ему, что это уже другой Шик, и с ним нельзя найти обычного языка. Следующее – это интермеццо. Полицейские готовятся идти забирать имущество Шика. 12-я картина у Шика. Входят полицейские. Шик собирается отдавать им деньги, которые они конфискуют за неуплату налогов. Но когда они начинают трогать книги Жана Соля Партера, Шик не выдерживает, берет оружие и гибнет в перестрелке с полицейскими. Алиса в отчаянии бежит по Парижу, поджигая книжные лавки, где продаются книги Жана Соля Партера, и гибнет в огне. 13-я картина, финал оперы «Смерть Хлои». Хор поет «Агнус Дей», а Колен ведет диалог с Христом. Почему Хлоя умерла? Она была такой доброй и никому не сделала зла. Вслед за этим идет интермеццо. Пустой город. Одинокая девочка поет странную песню о том, что происходит в этом пустом и мертвом городе. Вслед за этим эпилог. Разговор кота и мыши. Мышь рассказывает коту о том, что Хлоя умерла, и что Колен не отходит от ее могилы. Он стоит на мостках, соединяющих остров, на котором похоронена Хлоя, с сушей, и смотрит на воду, ждет, когда поднимется оттуда кувшинка, чтобы убить ее. Мышь говорит, что он настолько слаб, что он уже почти не может есть и почти не может разговаривать. И она не может вынести этого и просит помочь кота покончить ей жизнь самоубийством. Кот, в конце концов, соглашается и говорит: «Положи мне голову в пасть, если кто-нибудь случайно наступит мне на хвост, то сработает у меня условный рефлекс». И в это время по улице проходит с пением, с песней о Христе, процессия 11 слепых девочек-подросток из приюта святого Августина. И одна из девочек случайно наступает коту на хвост. Этим кончается опера.
я по объявлению. Вот уж месяц, как никто к нам не приходит, ведь это очень тяжелый труд. Но здесь прилично платят. Ой, Бог, ведь это быстро изнашивает вас, а деньги этого не стоят. Впрочем, не полагается ругать руководство. Мне нужны деньги. А, да, я вас понимаю, но работа вас сделает философом. Через 3 месяца они не будут так вам нужны. Я должен вылечить плохо. А, да. Женщина больна, она ни к чему не пригодна. Я вижу, из-за нее вы хотите работать. Чем вы занимаетесь в жизни? Очень многим. Пойдем. Место. Это выше этажом. Ведь вам страна для своей обороны нуждается во всем самом лучшем. Но чтоб стволы винтовок росли равномерно и без искривлений, нужно тепло живого тела, что уже давно известно, и так для всех видов оружия. Вы должны вырыть 12 маленьких ямок, чтобы они пришлись между сердцем и печенью. А потом вы должны совсем раздеться и лечь ничком на землю. Сверху вы укроетесь одеялом из теплой шерсти и будете следить, чтобы тепло распространялось строго, равномерно. Вы 24 часа пролежите, и за это время вырастут стволы у винтовок. За ними придут, польют землю маслом, и вы начнете все сначала. Они растут вниз. Да. Они растут вниз, они тяжелее земли. А их резьба... Винтовки этого сорта вырастают с резьбой. У нас отборные семена. А искусственный подогрев совсем не годится. Нет, для хорошего роста нужно живое тепло. Они не могут работать у нас, у них недостаточно плоская грудь, чтоб хорошо распространять тепло. Приступайте к работе. Конечно. Thank you.
Ты хочешь видеть Хлою, да, она спит. Тебе грустно, мне это знакомо. На душе плохо живет, смотрит свои книги, а я ему не нужна. И ты устроила сцену, наверно, он плохо понял тебя. Когда он перестанет злиться, и все ты объяснишь. Он мне просто сказал, что нет больше денег. Нет, ребенок не правда. И он не допустит, чтоб я с ним осталась. Все равно!
Oh,
Стою на полон, брат вот, бегутся парни, где могу снять, помните, придержки. Шеф!
мы их растопчем. Я думаю, вы умрете через несколько секунд. Не трогайте их.
так как Лоя мертва. Yeah.
стороны переулок, там все мертво проходит, он возвращается на берег и смотрит на фотографии. Он никогда не ест? Нет. И он стал очень слабым. Я не могу вынести этого. Следовательно, он несчастен? Он не несчастен. Ему тяжело. Именно этого я не могу вынести. Если именно так все обстоит, то я окажу тебе эту услугу. Но я не знаю, почему я говорю, если именно все так. Ибо я вообще ничего не понимаю. Ты очень добрый. Положи свою голову в мою пасть и жди. Это может длиться долго? До тех пор, пока кто-нибудь не наступит мне на хвост. Мне необходим быстрый рефлекс. Yeah.
Thank you.
подошел к ней.